Добрый день, Талос. Служба безопасности напоминает. Стикер даже в укромном месте не самый надежный способ хранить пароль. Морган, это видео... Я все еще сопоставляю его со своими задачами. Но если сканирование коралла даст вам доступ к ключу Алекса, то, возможно, это лучший вариант. Если вы узнаете предназначение коралла, это, возможно, усилит вашу решимость уничтожить Талос. Но будьте осторожны. Время на исходе.
видеть вас, доктор Ю. Чтобы я мог лучше помочь вам в будущем. Необходим ремонт. Ты видишь за стеклом? Ах!
отвечаю. Ваш костюм поврежден. Позвольте его починить. Ремонт завершен. Пониженная гравитация. Я обдумывала видеозапись, которую вам показал Алекс. Ваш брат уверен, что эта версия вас — настоящая Морган. Но почему? Только потому, что она первая? Если вас кто-то создал, полагаю, вашей истинной сущностью будет та, которая исполняет волю своего Творца. Я знаю, кто и для чего создал меня. А вы, Морган, вас кто-нибудь создал? Для чего? Если нет, вам придется придумать свое предназначение. Или жить без него. Странно. Мне известно про вас так много,
Но я не знаю, во что вы верите. Пора определиться, Морган. Кто вы? Просто их встроить. По краткой сводке сложно.